есть такая флеш-игра, но она достаточно старая. Вот. Ну, ей уже лет, не знаю, 6, наверное, много. Короче, вот. Суп Командер. Я ее никогда полностью не проходил. Тут надо управлять подводной лодкой. Вот. Но я тут уровни 3 или 4 проходил. Тут управление кривое. То есть лодка сама все время плывет. И что самое дерьмовое, то что она сама все время опускается вниз. Ты управляешь мышкой. Каждый клик мышки поднимает лодку чуть выше. То есть ты кликаешь мышкой или держишь кнопку мышки нажатой. Музыку я выключу. Нет, это и музыка, и звук одновременно. Вот, оставим. В общем, это самое. То есть, лодка все время опускается вниз. Она сама плывет и все время опускается вниз. Все, что тебе надо делать, это нажимая на мышку, ты лодку все время поднимаешь наверх. Вот, это очень неудобно. Вот, а надо плыть и разные препятствия, короче, отплывать. Вот. По пути собирая аптечки, там скорость увеличивает, вот. Так что давайте я попробую пройти, хотя бы не знаю, сколько уровней у меня получится. Вот, это значит, брифинг можете почитать, кто хочет. Вот, то есть вот дистанция внизу. Сколько мы плывем. И вот моя энергия. Вот. Значит, имейте в виду, да, то есть лодка все время сама плывет, сама опускается вниз. Вот это очень тупо вообще, пипец. Все, что я могу делать, только поднимать ее вверх нажатием мышки. Вот. Ну что, поплыли? Вот, препятствия. Всякие мины. Это увеличение скорости. То есть она все время опускает, блядь. Вот. Значит, тут мины, всякие бочки падают, скалы вот эти. Вот здоровье. Блин, только взял здоровье. Этот звук меня раздражает. Слышите, пикает все время. Блин, я здоровье пропустил. Все, почти приплыли. Во. Ну, первый уровень, в принципе, он легкий. Его проблем не составляет пройти. Вот у меня полное здоровье. Сука, блин. Все. Это был первый уровень. Видите, как легко. Дальше. Второй уровень. Я не помню, я запоролся на уровне, который будет ночью. Там прям тебе навстречу будут плыть другие субмарины. И нужно будет их обплывать. Вот это я не мог пройти. Так. А вот они уже плывут, видите? Вот, ну то будет ночью. Блин, да съебись ты. Суки, вот видите, они мне не дают проплыть. Я говорю, блин. Здоровье! Блять! Тут если сдохнешь, то придется заново начинать. Ну все, я сдох. Видите, я даже второй уровень не мог пройти. Вот видите, какое дерьмо. Если сдохнешь, то надо заново все проходить. Они мне не давали проплыть, вот я и говорю, блин. Они мне не давали проплыть. Блять. Пиздец, я... Одно касание, и я сдохну. Здоровье. Блять, прям на бомбу поплыл. Короче, если я несколько раз подряд не смогу пройти один и тот же уровень, я нахер эту игру выключу. Представляете, какой пипец. Главное, эту херню никак замедлить нельзя. Чтоб она помедленнее плыла. Блять. Тот уровень ночи, он очень прикольный, потому что как бы ночь... Поэтому и прикольно. По-моему, он был третий или четвертый. Главное, даже нельзя замедлить ее. Если бы можно было скорость замедлить, тогда было бы легко. А так как скорость нельзя, поэтому сложно. Но эти козлы вроде наверху не плавают, они, поэтому... В прошлый раз я плыл в середине или прям внизу. Блять! Здоровье взял. Вот, поэтому они меня мочили. Видите, они наверху они не плавают. Блять! Здоровье! Отлично. Блять. Блин.
Фу, отлично. А наверху он тоже есть, смотрите. Ну, большинство, конечно, внизу. Отлично, сейчас была мина и здоровье. Я здоровье взял, а на мину не напоролся. Вот это сейчас клево. А только что я проплыл насквозь скалы, видели? Вот! Вот на это, вот это третий уровень, значит, вот его я не мог пройти. Вот. То есть, если я его сейчас пройду, то это будет рекорд для меня. Вот он, ночной. Во! Видите, тут в самом начале уже ни хрена не видно. Блять. Мина. Тут мина столько здоровья отнимает, просто пипец. Блин, сейчас я здоровье не взял. Все, пиздец. Короче, вот такая игра, вы поняли, нет, я ее проходить нахер не буду. Все, заново начинать, если запоришься. В общем, кому интересно, субкомандер, можете поиграть и помучиться. Ой, я блидурнес, крячку дунес. Я андрор, чупенатус карнар. Хрес рунатунес. Чич крос мердонер данус. Чупрен. Ну, да.